Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна YouTube-платформа 24 каналу. Будемо говорити про саміт БРІКС, що там відбувалося, кого зустрічав Путін і чого йому вдалося досягнути чи не вдалося досягнути. Ну і не лише про це. Вітаю нашого гостя. Це є правозахисник, засновник правозахисної організації gulagu.net Владимир Осечкін. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь, и приветствую ваших уважаемых подписчиков и зрителей. И в первую очередь, пользуясь случаем, хотел бы поздравить Украину и всех украинцев с возвращением еще одной группы военнопленных, в том числе 20 героев, которые вырвались из «Черного дельфина» и из других колоний для осужденных к пожизненному сроку лишения свободы. Людей вернули с того света, это на самом деле дипломатическое чудо. И во многом это заслуга тех воинов ВСУ, которые участвуют в специальной военной операции в Курской области. Владимир, большое спасибо. И, конечно, мы ждем и хотим, чтобы каждый наш воин, герой вернулся с плена. Владимир, если вы упомянули уже о «Черном дельфине», что это за колония, насколько она такая, вот я понимаю, очень жестокая. И вот вы говорите, что фактически с другого света достали военнопленных. Почему-то? Ну, в целом, начиная с марта 2022 года, по приказу Путина ФСБ, Минобороны и ФСИН сформировали вот на базе ГУЛАГа 21 века более 10 военных концлагерей, куда свозили и продолжают свозить пленных украинцев, как гражданских, так и военнослужащих. Понятно, что Путину для того, чтобы на международной арене как, хотя бы каким-то образом оправдывать вот эту вот подлую оккупационную войну, ему необходимо достаточно большое количество каких-то там фейковых, фальшивых приговоров о якобы совершении каких-то военных преступлений против мирного населения. Для того, чтобы всякие там небезни показывали это в ООН, трясли какими-то кипами документов. И вот в данном случае вот этот пыточный конвейер путинского режима, он в том числе работает против пленных, выбивая из них показания, кого-то убивая, кого-то пытая, из кого-то выбивая, кого-то принуждая к самооговору, либо к оговору третьих лиц. Вот. Все это работает как механизм, и в результате, конечно, на основе большого количества фальшивых и выбитых показаний, которые на самом деле не стоят ровным счетом ничего с точки зрения настоящего правосудия, целый ряд украинских военнослужащих, в том числе вышедших с там, в мае 2022 года, их раскручивают по Азовстали, их раскручивают по различным уголовным делам, абсолютно незаконно в нарушении Женевской конвенции, и отправляют в различные колонии для пожизненно осужденных с тем, чтобы они были таким, наверное, с точки зрения там, Путина и его циничности, самым ценным обменным фондом. И, конечно же, если бы не было вот тех событий, которые начали развиваться с начала августа 2024 года в Курской области, конечно, наверное, этот обмен был бы невозможен. Поэтому и важность того, что происходило и происходит в Курской области с точки зрения там, защиты интересов Украины и украинцев, и важно, конечно, вытаскивать людей из этой пыточной колонии, потому что, ну, например, вот очевидный пример, в прошлом году нам стало известно о жестокой приемке Максима Кондрашова, одного из военнослужащих, которого в так называемый там, ДНР псевдосуд осудил к пожизненному сроку лишения свободы. Его отправили в «Черный дельфин», и с момента прибытия его начали там жесточайшим образом пытать, как пытают любых вновь прибывших, с тем, чтобы сломать их волю, подчинить и максимально там задавить и подавить. Нам об этом тогда стало известно. Через наши источники мы геолоцировали его местонахождение, в последующем связались с его семьей, помогли, сделали все возможное, чтобы его на регулярной основе посещали в России адвокаты. И каким-то образом хотя бы в какой-то мере снизили произвол, который совершался в отношении него. В результате, вот благодаря, еще раз, я считаю это чудом, как правозащитник, тому, что произошло 18 октября, в том числе и Максим Кондрашов вернулся домой. 20 человек, у которых не было никакой надежды, и которые понимали, что, скорее всего, до конца своих дней они проведут в застенках. И вот происходит этот обмен.
В целом, я надеюсь, что международные организации, те посредники, которые сейчас принимают в этом участие, все-таки общими усилиями мы все добьемся того, чтобы произошел обмен всех на всех, и все украинцы вернулись домой в Украину, а россияне перестали быть нагрузкой для Минюста и Департамента исполнения наказания Украины, поглощая огромное количество бюджетных средств. Вот. Но мне кажется, что, возможно, это все не за горами, и самое ближайшее будущее будет позитивным. Спасибо вам большое, Владимир, и я тоже очень надеюсь, что вот Курская операция, которая сопутствовала, конечно же, да, и впервые даже Российская Федерация первой обратилась к тому, чтобы обменять пленных. В данном случае, да, давайте оговоримся, что из-за того, что произошло совершенно неожиданное проникновение на территорию Российской Федерации спецподразделений и ВСУ, в плен попали, как обычно, те, кого держат на второй, на третьей линии и отводят дальше от линии фронта, те, которые являются очень чувствительными для Путина, для путинского режима, пленными. Первая категория – это кадыровцы, это чеченцы, которые воюют в полке «Ахмат». А вторая категория – это солдаты-срочники, те, кого Путин обещал не использовать в этой войне. Но, тем не менее, конечно же, используют, именно поэтому они и попадают в плен. Вот эти две категории, которые попали в плен, все это дало возможность здесь на дипломатическом уровне добиться возвращения в том числе 20 человек из 95, которые были в России осуждены так называемым там, да, псевдосудом, там суд это в кавычках в России, там нет независимого суда, там все это агентура ФСБ в черных мантиях, но тем не менее вырвали из черного дельфина, из других пыточных ваших воинов, и я здесь должен как правозащитник просто сказать огромное спасибо всем, кто принимает участие в работе координационного штаба по обмену пленными, кто на дипломатическом уровне лоббирует эти обмены, и, конечно, посредникам из Арабских Эмиратов, которые тоже здесь приложили значительные усилия, чтобы помочь. Кстати, Владимир, вы вспомнили о срочниках. Первые, да, это кадыровцы, которых, кстати, Алаудинов что будет делать? Потому что вернули несколько кадыровцев, а он сказал, что мне пленные кадыровцы не нужны, потому что кадыровцы в плен не сдаются. Ну и срочник, да, хорошо, да. Да, ну, там Лапти Аладдина, это известный трепач в интернете, к нему всерьез вряд ли кто-то может относиться, там, кроме совсем одурманенных пропагандой. Он регулярно говорит одно, а делают они совершенно другое. Вот, поэтому здесь вряд ли ему можно там доверять. Они пытались там изображать там публично там из кадыровцев тех, кто вот никогда не сдается, это такие могучие воины и так далее, но на самом деле мы увидели, что они попали там в список в первых строчках, кого Российская Федерация захотела вернуть, потому что они опасаются всплеска протеста в Чечне. А если вспыхнет Чечня, там, Делимханов и Кадыров уже это не потушат, а федеральным войскам, чтобы там гасить этот пожар, придет отвлекаться от участия в этой войне. Поэтому, конечно, здесь Москва, Кремль и Лубянка действовали превентивно с тем, чтобы не допустить каких-то всплесков недовольства в Чечне. Но здесь, опять же, как раз вот налицо эти обмены скрывают двойные стандарты в России. Потому что, по нашей информации, в местах лишения свободы, вот в тех местах, где содержат военнопленных в Украине, более 700 россиян, которые находятся длительный срок в плену, но кого Россия не пытается даже вернуть, по сути дела, про них забыв. Там есть люди, которые там и по году, и по полтора находятся в плену, и в том числе те, которые там получали ранения в ходе боев и сейчас проходили лечение и там через операции проходили в Украине. По идее, их как раз вот с гуманистичной точки зрения Кремль должен был возвращать, обменивать и обеспечивать полноценную реабилитацию в России. Но для Кремля, для Путина, эти самые простые россияне из разных удаленных регионов – это люди, к сожалению, второго сорта. Поэтому они, с одной стороны, лишены возможности вернуться домой, с другой стороны, они являются такой обузой, нагрузкой для Украины, потому что сотни и сотни людей на протяжении нескольких лет находятся у вас в
условиях, которые соответствуют международным стандартам и регулярно проверяются и ООН, и Красным Крестом, и журналистами, это, конечно, определенная нагрузка на бюджет. Может быть, и в этом задача Путина, может быть, он специально их не обменивает с тем, чтобы украинцы больше тратили там, денежных средств на содержание пленных, но, еще раз, это абсолютно такая циничная, бесчеловечная логика, которая показывает, что вот у него есть двойные стандарты. Есть его любимчики, те, кто для него в приоритете, из-за кого в России могут начаться протесты, а есть вот этот долготерпеливый народ, до которого у него руки дойдут в последнюю очередь. Да, это правда. Да, это... Владимир, хотел бы также вспомнить, конечно, 22-24 октября, вот в Казани, саммит БРИКС. Зачем собрал их Путин? Там много и Саудовской Аравии отказалось вступать. Такаев, президент Казахстана, сказал, что тоже Казахстану этот союз не интересен. Представители Индии, Моди сказали, что давайте не расширять БРИКС, а будут какие-то друзья БРИКС, потому что чтобы БРИКС не стала антиамериканской. Ну и, конечно, валюту, которую там единственную хотел единую ввести Путин, не удалось. Я так понимаю, что от саммита БРИКСа в идеях Путина осталось ничего. Ну, конечно, огромная дыра в бюджете, они немало денежных средств на это потратили. Для того, чтобы приобрести международных, ну, если не союзников, то как минимум торговых партнеров, он готов был уступать им в цене и продавать российское сырье, ресурсы, там, газ, нефть, металлы, лес и технологии гораздо дешевле, чем Россия этим торговала до начала войны. То есть, по сути дела, вот он находится под санкциями, в положении изгоя, и он вынужден демпинговать и по себестоимости, а где-то и в минус себе, что-то сбывать с тем, чтобы вот надувать щеки, и с тем, чтобы в Европе и в США думали, что нет, все-таки санкции неэффективны, нету никакой международной изоляции. Вот. А если мы говорим о каких-то других шагах, которые он ждет от крупных партнеров там, в виде Индии или Китая, все, что нужно Индии и Китаю, это дешевое сырье. А целевые рынки сбыта для них платежеспособны – это Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. И торговый оборот с ними несопоставим по торговому обороту с Россией. В Россию в основном идет ширпотреб, а забирают сырье по дешевке, из которого делают уже качественные товары и продают их на Запад. Но это достаточно унизительная позиция вот с точки зрения там, бизнеса. Но а в какой позиции может находиться старый диктатор, который 25 лет пытается удерживать власть, убивает оппонентов и конкурентов, начинает беспричинные войны с целью оккупации и, по сути, воровства чужих территорий и имущества, расположенного на этих территориях. Ну, мне кажется, что здесь всем все очевидно, и самая главная цель, которую он пытался достичь, конечно же, он не достиг и не достигнет уже никогда. Вот. Ну и да, наверное, стоит рассказать, обратить внимание на то, как и к нему не полетел его один из, там, давайте в кавычках возьмем, там, бизнес-партнеров, участников БРИКС, президент Бразилии, сказав, там, сославшись на то, что он получил какую-то травму. И, соответственно, Путин, опасаясь ордера Международного криминального суда, выданного для его ареста, он, соответственно, уже заранее сказал, что он не полетит на встречу G20, большой двадцатки, в Бразилию. То есть у них такой вот политический там, договорняк, вот такой вот политес. Лулу не летит к Путину, а Путин, соответственно, летит к Лулу, чтобы не ставить того в неудобное положение, потому что у Бразилии есть международные обязательства. Она обязана выполнять, как одна из стран, подписавших Римский статут и поддержавших создание Международного криминального суда, Бразилия должна будет Путина арестовать, если он окажется на ее территории. Очевидно, что и плюс ко всему, да, если он в ту сторону полетит, там еще есть риски того, что и европейские там, разведывательные организации, американские тоже к этой истории подключатся и обеспечат его задержание и арест. Поэтому Путин через Атлантику побоится лететь и не полетит. Ну и, собственно говоря, как такой ответный там, отказ в визите, и президент Бразилии тоже не был на БРИКС, хотя, по идее, как раз это один из лидеров тех стран, которые входят в этот такой вот номинальный союз.
Напомню нашим зрителям, здесь активная ссылка на телеграм-канал Владимира Сечкина gulagu.net. Пожалуйста, подписывайтесь, актуально, постоянно информация обновляется. Ну и будьте активны, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на YouTube 24 канала. Владимир, также не могу не вспомнить, это войска Северной Кореи, о которых сейчас очень много говорят. Разведка Южной Кореи говорит, они есть. Наша разведка украинская говорит, что они есть. США говорили, что нету, потом есть, но что они будут делать, неизвестно. Наверняка миротворцы, да. Ну, смешная история со стороны наших партнеров. Истинная причина, почему эти войска появятся на линии боевого соприкосновения, это нехватка своих ресурсов, боязнь оглашения мобилизации или показать миру, что, а вот посмотрите, я не в изоляции, у меня есть партнеры. Даже такие. Две составные ответа. Первое. Путину очень важно замарать в крови как можно больше различных сил, которые существуют в мире, с тем, чтобы они увязли в этом конфликте, его поддерживали. Плюс ко всему, если еще там год-полтора назад ему удавалось получать из Северной Кореи достаточно большие арсеналы и запасы снарядов, то, скажем так, с каждым месяцем объем поставок вот этих вот снарядов старого образца, которые они используют в этих старых пушках и старых танках там 30-40-летней давности, он начал иссякать, и Северная Корея заботилась тем, чтобы сохранить значительные резервы для, как минимум, там, самообороны в случае какой-то войны Северной Кореи с одной из соседних стран. А, соответственно, Путину здесь важно вот каким-то образом дипломатически создать выгодные условия, денежные, там, технологии какие-то, возможно, отдать Северной Корее в обмен на то, чтобы хотя бы какое-то количество живой силы принимало в этом участие, потому что когда в Северную Корею начнется поток гробов, дальше уже настроение в Северной Корее, руководство Северной Кореи могут меняться, возможно, они воспримут войну как частично свою и, соответственно, вот пройдут в эти закрома для того, чтобы дать еще больше снарядов и вооружения Министерству обороны России там, или Министерству нападения, если угодно. Вот. Но и плюс ко всему, конечно же, обратная сторона медали. Вот один из наших источников в Москве, например, сообщает, что в Главном управлении Генштаба в ужасе от этой идеи так называемого главнокомандующего. Потому что на самом деле, а как можно управлять тысячами вооруженных людей, если они никаким образом не знают, не понимают ничего по-русски. Кто с ними будет разговаривать, на каких языках будут проходить радиопереговоры, координация. Ну, то есть, в общем, на самом деле это все превратится в какое-то месиво, в бойню. Это будет использовано именно как там, живая сила, как пушечное, как минное мясо, как они уже использовали под Бахмутом в 2022 году первые партии заключенных и продолжали их там утилизировать в 2023 году. Вот, наверное, это такая история, потому что у самих в России, ну, нету очередей в военкоматы. Сколько бы они там миллионов рублей не рисовали там ноликов и не пытались раздавать этих фантиков, в целом большая часть людей смотрит YouTube, смотрит независимую прессу, в том числе там украинские каналы. Они прекрасно понимают, что на самом деле происходит. Поэтому за 2-3 миллиона рублей продавать свои руки и ноги большого количества желающих в России нет. А поток из российских колоний и тюрем тоже иссякает, потому что те, кого они смогли оглупить, они уже уехали и превратились так или иначе там, либо в пакеты, либо в инвалидов. А кому-то посчастливилось, кто-то вернулся на свободу и не жаждет возвращаться в войну. Вот. А те, которые остались в российских тюрьмах, большая часть все-таки, несмотря на то, что они ограничены в доступе к свободной информации, через адвокатов, через родственников, через вновь арестованных, где-то там через нелегальные телефоны, они в любом случае смотрят, анализируют и понимают, что туда ехать нельзя. Соответственно, ну вот сейчас идет у него борьба за вовлечение на линию фронта, на отправку тех, кто живет вот, восточнее России и южнее, вот эти вот страны, которые когда-то входили в Советский Союз, и Северная Корея. Вот он пытается каким-то образом расширить здесь контингент Министерства нападения за счет народов других стран, в надежде на то, что потом со временем их правительство тоже подключится к поддержке этой войны в полном объеме. Перспективы этого, ну, где-то около нуля.
какое-то военное значение, ну, несколько тысяч северокорейцев, которые никогда не проходили службу в российской армии, ничего не понимают на русском языке, но я уже сказал, это все история, там, ну, достаточно большое количество будет гробов и пакетов, которые пойдут в Северную Корею. К чему это может привести в дальнейшем? Я думаю, что здесь сейчас, когда вот будет уже там доказано, установлено, и первые северокорейцы попадут в плен в ВСУ и будут допрошены, я думаю, дальше уже, конечно, начнется еще новая волна международных санкций в отношении Северной Кореи. Вполне будет обоснована вся эта история. Владимир, Министерство обороны Великобритании в себя в Твиттере написало, что Путин продолжает чистки генералитета. И вот они вспоминают Тимура Иванова, что ему добавили еще дополнительные обвинения. А также говорят, что, это уже в российских СМИ говорят, что как минимум 8 чиновников, имеющих генеральские звания, были уволены из таких ведомств, как Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям, ФСИН и другие. А что за чистки? Зачем они нужны Путину? И почему именно вот самые верхи? После того, как он, кстати, убрал с Минобороны Шойгу. Ну, я могу сказать, что сейчас по команде Шойгу там уже как минимум половина находится в Лефортово в камерах следственных изоляторов. Другие уволены и не могут себя найти нигде на государственной службе. То есть в этом плане сейчас, конечно, вот эта вот ротация, которая произошла в Минобороны, там до сих пор неразбериха. Одни пришли, не могут понять, что делать и что наделали их предшественники. Предшественники сейчас каждый по-своему пытаются, давайте в кавычки возьмем, там, решить вопрос с тем, чтобы не заехать в тюрьму и не пополнить вот этот вот генеральский продол в Лефортово. Разброд и шатание, какой-то там четкой системы у него нет, потому что, судя по тем обвинениям, которые сейчас предъявляются все больше в большем объеме различным генералам, там, бывшим заместителям министра обороны, начальникам главных управлений генштаба и так далее, согласно этим обвинениям, кто-то из них совершал преступление в этом году, кто-то в прошлом году, а кто-то совершал преступление там и 5, 7, 10 лет назад. То есть, собственно говоря, подтверждается теперь уже российскими спецслужбами и Следственным комитетом то, о чем мы говорили там, последние там, 3-4 года, что у руля Министерства обороны находились коррупционеры, воровайки и преступники. И очевидно, что и военное следствие, и контрразведка ФСБ прекрасно знали, но были в долях. Что делать с этой системой, которая полностью поражена коррупцией? Я думаю, что и Путин до конца сам не понимает. В принципе, вот, но они, конечно, создавали определенную систему сбора компромата, чтобы на каждого человека были папочки. И в какой-то момент они это использовали в оперативной работе ФСБ, чтобы и ФСО, и ФСИН, и Министерство обороны, и Следственный комитет были полностью под контроль на Лубянке. Но обратная сторона медали этой оперативной игры в том, что генералитет понимает, что, ну, можно быть замешанным в коррупции, вопрос лишь в том, что нужно хорошо делиться с кураторами. Насколько долговечна эта система с точки зрения существования, мне видится, что уже наступил предел этой системы, прочности у них никакой нет. Единственное, чем обусловлено еще то, что режим продолжает держаться, это то, что, ну, большая часть стран, которые окружают Россию, которые так или иначе оппонируют, они играют полностью по правилам с точки зрения цивилизации, демократии, западного мира, и не пересекая какие-то там двойные сплошные, не используя грязные методы, которые использует Путин, в том числе против них и против Украины. Вот. Вот пока он держится на этом. Если с ним работали бы его же методами, все бы закончилось в считанные недели. Вот, Владимир, вы хорошо подметили слово «делиться». Вот о Кадырове хотел бы также вспомнить. Мы отчасти уже вспоминали о кадыровцах и Алаудинове. Wall Street Journal пишет, что Путин фактически отдал все предприятия и то, что от них осталось в Мариуполе оккупированном, именно людям Кадырова. И я вот вспоминаю историю, что Кадыров наступал на Wildberries, там Сулейману Керимову сказал, что он якобы хотел его заказать, и теперь будет кровная месть. А также известно, что через два года можно будет в России избирать, выбирать
как экзамен, единственный государственный арабский язык. Насколько вот позиции понемножку укрепляет Кадыров, если укрепляет, и угрожает ли это Путину? Я думаю, что Путин сейчас в условиях войны готов пойти на любые условия, которые ему выставляют Кадыров, его ближайшее окружение, потому что меньше всего ему нужно, чтобы у него в центре Москвы начался вооруженный мятеж. Кадыров сделал все возможное, чтобы получить штаб-квартиру для своей бригады в президент-отеле в центре Москвы в нескольких сотнях метров от Кремля. Там располагается и офис его правой руки Делимханова, который является смотрящим от Кадырова в Москве. Там же расквартированы сотни боевиков-бойцов, которые занимаются и рукопашным боем, и там, стрельбой, снабжены корочками ФСБ, МВД, Росгвардии, Минобороны и так далее. И поэтому для Путина сейчас он старается, чтобы у него было как можно больше союзников, и он готов опять же идти, там, закрывать глаза на нарушение закона, отдавать на откуп, на кормление какие-то, в том числе крупные компании, лишь бы только вот не было рецидива того, что происходило 23-24 июня прошлого года с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер». Ну, плюс ко всему, он тогда еще там оценил лояльность Кадырова, который не принял сторону Уткина и Пригожина в этой теме там передела сфер влияния. И когда кадыровцы, они там не доехали до ЧВК «Вагнер», противостояния, конечно, не было. Видимо, ехали они на первой скорости, не торопились. Но, тем не менее, они не доехали, и это в какой-то мере вот было засчитано там, как проявление лояльности по отношению к Путину. А последняя история с Wildberries, ну, всем наглядно показала, что там, те же самые 90-е, только в 2024 году. Бандитские разборки, рейдерские захваты, кормовая база сокращается. Расходы, в том числе и у Кадырова на содержание его армии, различных там, наемников и военных, они, конечно же, растут. Каждому нужно там купить по Бентли, по Поршу, по какому-то коттеджу и так далее. Где эти деньги брать? Ну, соответственно, вот принимая участие в различных рейдерских захватах, в дележе крупного бизнеса в России. Для крупного бизнеса, по сути дела, вот происходящее сейчас, это такой смертельный приговор. Кто еще не успел унести ноги и капиталы перевести на Запад, те остаются и просто вот ждут, там у них часы тикают, когда к ним в офис вломятся бардачи с тем, чтобы получать с них долю. Те же самые методы, как в 90-х, но только теперь уже у них корочки полка Ахмат, Росгвардии, ФСБ, Стечкины и более современные автомобили. Ну и плюс ко всему там их крыши, которые в одном рукопожатии от диктатора. Владимир, я вспоминаю, мы с вами говорили в предыдущих разговорах, что Колокольцев, глава МВД России, пожаловался, что он не может поднимать зарплаты, потому что денег нет. А вот сейчас появилась также информация, что дефицит кадров как и в МВД, так и в СИНовце, потому что все пытаются идти заработать в армии. Кстати, и в армии тоже не хватает кадров. На что это все может превратиться? Потому что мы же понимаем, что вся власть Путина, в первую очередь, она держится же на силовиках. Да? Сколько ты имеешь силовиков, их очень много. Кийков, столько ты можешь удерживать народ. Для Роспропаганды вот одно из самых их любимых слов – предатель. И они таким словом называют всех, кто их так или иначе критикует, уехав из России, не соглашаясь с ними. Но если посмотреть на то, что сделал Путин и его окружение по отношению к российскому народу, которые там больше 20 лет назад когда-то там за него еще тогда голосовали на первых выборах, ну это самое настоящее предательство. Потому что, да, действительно, в Министерстве внутренних дел недобор больше 150 тысяч офицеров и сотрудников полиции. Во ФСИН в целом ряде учреждений есть там недобор сотрудников до 30-40% и, соответственно, переработки и все такое. Ну, из ФСИН по понятным причинам народ бежит, потому что все прекрасно понимают, что ФСИН сейчас повязан и погряз в военных преступлениях. Все прекрасно понимают, что в 21 веке с учетом электронного документооборота и интернета
шило в мешке не утаить, и все причастные к пыточным конвейерам, где содержались и содержатся украинские военнопленные, все будут деанонимизированы, и все это будет там раскрыто, если не сегодня, то, по крайней мере, там, в ближайшем будущем, и будут выданы ордеры, и в целом эти организации, причастные к пыткам и к содержанию военнопленных, будут приравнены к преступным организациям. Поэтому очень многие оттуда уходят, не желая быть признанными в будущем там, фашистами, садистами и находиться под санкциями и под ордерами международных трибуналов и судов. Есть и люди, у которых есть просто там родственные, дружеские связи с Украиной, с украинцами, и кто тоже, опять же, не готов в этом принимать соучастие. Поэтому по ФСИН мне более-менее понятно, почему народ оттуда бежит и не идет. А в МВД, потому что это там двойные, тройные нагрузки, это возросший уровень там, криминала на улицах, причем насильственных преступлений, там, грабежей, разбоев, изнасилований, убийств, причинения тяжких телесных повреждений, вреда. Но опять же, как бы и развал следственно-судебной системы, она бессмысленна. Какой смысл оперативникам, участковым, следователям разыскивать преступника и сажать его, в том числе вступая с ним там, где-то там в перестрелки или в рукопашные бои при задержании, когда они прекрасно понимают, что сегодняшний закон позволяет с любой стадии со следствия, судебного заседания или после вступления приговора в законную силу заключать контракт с Минобороны, освобождаться и ехать на фронт, получать в руки оружие и так далее. Но то есть, если раньше у оперативников, следователей была какая-то мотивация, они понимали, что да, они ловят какого-то особо опасного преступника, но суд ему дает 15-20 лет за то, что он кого-то там грабил, насиловал, убивал, и есть шанс, что он вернется когда-нибудь там стареньким и ослабшим. А сейчас они понимают, что ну, вот эта вот морда, которую ты сегодня задерживаешь, она возвращается на свободу там, через полгода, через год с оружием и вернется к тебе и там, расстреляет тебя и всю твою семью. Поэтому, конечно, огромное количество людей демотивированы и боятся выполнять свою работу. Плюс уровень насилия государство в России приучило к насилию, ввело это в качестве нормы на оккупированных территориях, и все это обратно возвращается в Россию. И плюс ко всему еще вот отсутствие денег в бюджете, потому что все для фронта, все для войны и все на благо путинских олигархов, чтобы они не уходили из списка Forbes. Но в этом ключе как бы тоже, наверное, все-таки большая часть молодежи не хочет идти проходить службу, потому что понимает, что в целом они служат не народу, а они служат олигархам и диктатору Путину. Поэтому, еще раз, система крайне слаба. Вопрос лишь в том, что внешнего давления на нее практически нету, кроме того, что происходит на линии фронта на оккупированных территориях. И это, к сожалению, правда. Владимир, большое вам спасибо за этот разговор. Еще раз напомню нашим зрителям, здесь активная ссылка на телеграм-канал Владимира Сечкина. Это gulagu.net, правозащитная организация, которая очень много делает для того, чтобы в том числе и возвращать военнопленных. Спасибо вам большое за этот разговор, Владимир. Спасибо вам, Игорь, и всем мирного неба над головой и скорейшего окончания этой войны. Нагадаю нашим глядачам, з нами був правозахисник і, знову ж таки, засновник правозахисної організації gulagu.net. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Це важливо, так працюють алгоритми YouTube. Мене звати Ігор Гаврищак, ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.